Всем привет, дорогие друзья, с вами Бонни Сакур. Террорист. И неадекватищик. И мы продолжаем, значит, нашу рубрику Survival. Нас, конечно же, зарейдили, вы видели, что у меня всего не хватило дозагрейдить наш дом. Но адекват... Во сколько ты зашел? В 6 утра или в 9 утра? Не, я пришел с работы, час ночи, зашел. В общем, было все нормально. Я там что успел, ствол взять, слышал шаги сделать. Там этот, ну, бес один, блядь. Ну, он, оказывается, был фуловый, с фишками. Ну, серьезно настроен рейдануть наш дом. Вот мы, короче, хуярились, он мне раза 4 слил, блядь. Ну и потом все-таки попал в мой. Полез наверх и сдох на капканах. Он был очень расстроен. Короче, суть в том, что нас зарейдили, и адекват пока отбивал наш дом. Вот, два пацанчика написали ему или сказали, они тебе написали или сказали? Ну, в общем, я гулял, пошел к нашему старому дому, вот, пришел там, начал, короче, осматривать там шмотки, хуетки, ну, и в чат вижу, что, короче, кто-то убил спящего Бонни Сакура. Я понял, что у нас, короче, рейдит, уже добрались наверх, уже, блядь, чувствую, что пиздит наш лут. Я побежал, сломя голову с другого конца карты, блядь. Прибежал, тело. Они особо-то не торопятся. Справа тело бежит. Угу. Это не я? Нет. Я прыгаю. Ты. Да, ты. Отлично. Ну. Вот. Ну и, короче, зашел одному в спину, Хантер, все дела. Убиваю. Хорошо, что я с прошлого рейдерщика поднял болтовочку с бронебойными пулями. Вот, сливаю, выходит его друг, я того тоже минусую, они оба там тпшатся. Ну и второй друг, который тпшнулся к другому, хрен его знает, то ли читак, то ли все-таки как раньше вот эти баги, блядь, с непрогрузами игроков. Ну, я давненько этого не видел и думаю, что все-таки люди специально это юзают, вот эти баги. Я считаю багеров те же самые читаки, которые юзают баги. Вот он, в общем, у меня не прогрузился и как бы нам спокойно не получилось повоевать. Вот. До последнего я держался, того, которого видно было, я убивал. Ну, в общем, потом я просто замуровал весь дом. Сказал им удачи. Вот. Как только я вышел, они продолжили, так сказать, рейдить наш дом. И при этом они написали... Лестницами. Нет, просто они при этом написали адеквату, что какого хрена ты не спишь. То есть это те крысы, которые специально ждали, пока мы выйдем. То есть... Да, они надеялись, что я все-таки ушел. Я ушел, и они видели, что Бонни Сакура нету. Ой, а кто-то перетпшивается здесь на скале. Иди скорее сюда. Ой-ой-ой, тут что-то все плохо. Бегает один. Этого убиваю, который. Он внизу. Тер. Внизу, да. Я убил одного. У него граната, топор. Короче, суть в том, что эти люди не могли напрямую как бы бросить нам вызов и рейдить, скажем, когда мы онлайн. Я не говорю о людях, которые приходят и когда нас нету, начинают нас рейдить. То есть они реально написали, что ждали, пока все выйдут. Ну, то есть какого хрена мы не спим. Вот, я считаю, что это самые натуральные крысы. Вот, и какой в них смысл, я вообще, какой у них, я имею в виду кайф от такого рейда, я не понимаю. То есть увидеть мое тело, я не знаю, напиши своему другу ник Бонни Сакур и долби его во все щели. Ну вот, так же папа. Ой, у меня тут голый. У тебя голый? Да, ясно. Да, херня. Значит, это был неадекват все-таки. Да, короче, это самое. Фишка еще в том, что я им написал то, что они принесли лута больше, чем у нас вообще есть. Да. Они надеялись на то, что у нас дохера лута. Наверх, они думали, я их наебываю. Там на самом деле у нас практически ничего и не было. Там на патроны Томпсон. На Томпсон да. Наделаны, все. Оружие все раздолбано. Смысл все это крафтить, когда никого нет. То есть я были стволы, я там побегал и все. У меня там чисто болтовка была. Все, самый пиздатый лут. А остальное там, да, все херня. И это, соответственно, мешает сурвайвалу. Я имею в виду съемок сурвайвала. Специально, намеренно мешают вообще играть.
просто. Ну не то, что мешают, а именно как бы прерывают серию, потому что приходится... Ой, сейчас, подожди, у меня прогрузы. Ой-ой-ой, а что у меня прогружается? Подожди, а что такое? Да нормально, бывают вот такие моменты, когда конкретно проседает, потом заебись. Редко бывает. То есть эти люди целенаправленно идут, чтобы вы смотрели, как мы строим, например, третий дом, и так до бесконечности. То есть стоит нам выйти, уже пришли люди, которые начинают колупать. Но там реально здоровья не хватает, чтобы какой-то дом заградить до конца. Это, там даже я, по-моему, в прошлой серии как раз сказал о том, что я уже не могу. Все, я устал, я хочу спать, я человек как-никак. Вот. И мы, конечно же, это дело оставили. Видите, адекватно отбивался, но вышли там... косяки. Вот. Это не есть хорошо. Нам надо найти с тобой камень. Вот. Поэтому, что я сейчас сделаю? Вы выслушали нашу вот эту вот историю, как все произошло. Поэтому мы сейчас будем строить очередной дом. Но это дело будет подрезано, чтобы не занимать, скажем так, время в эфире. Вот. Мы отстроим дом и начнем рейдить тех, кто приходил вот так вот, как крысы, и какого хера мы не спим, и так далее. Мы попробуем всех их найти и наказать. Давай, стреляй еще. О, убил. Слушай, она, по-моему, стекла. Ты в нее не попал второй раз. Вон хера она барахтается. Вот, так что увидимся с вами уже, когда мы отстроим себе новый дом. И я думаю, что это будет как небольшой такой ивент. А, слушай, мы дошли, по-моему. Это да. Наш дом. Это наш дом. Вот, пойдем как раз к старому заглянем. Какой именно? Наш старый дом, возле Роталана. Небольшой ивент, думаю, сделать. Мы сообщим пароль от этого дома, вот, и вы его потом займете, потому что начнутся сейчас заключительные серии Survival, потому что я вам уже говорил, что я не люблю задерживаться на одном сервере несколько недель, там, дней и так далее. Мне это уже становится неинтересно. Так что все, увидимся уже, когда отстроим мы свой домик. Баррикады. Тихо, вон он. Твою мать, я стрелы не скрафтил, Ой, минус 5. Нет. А, я справа его обхожу. Давайте две стрелы быстрее, мать вашу, за ногу. Нет, у меня еще не скрафтилось. Вон он, вижу его. Пистолет. Попал в него, убил. Все. А, пистолет вниз укатился, подбираю. Все. Я тоже, блять, он меня тоже попал. Да? Так, у него тут еще дерево. И патронов нет, но похоже его нашли. Смотри. Сейчас, домик иду. Какой-то. Может он там? Вот этот? Так это зарыженный какой-то домик, походу. Ну да. Ну хрен знает, может он там поселился. Так, а это что у нас тут? Печки какие-то стоят, смотри. Справа баррикады. Вижу. Что это такое? Так. Нету здесь никого. И дом вот этот. Зарыженный, его можно, в принципе, проверить, как он там поживает, этот домик. Но он что-то как-то странно, это зарыженный. У него выбито две стены, походу. Ну да. А вас... Если возле РТ? Не-не-не, мы не возле РТ. Мы возле нового и дома практически. Это? В лесу мы находимся перед нашим новым домом. На другом берегу. А, вон что. Да. В лесу. Понял. Ладно, пойдем дальше, Тер. Я у него пекаш забрал, 4 патрона еще в нем есть. Ты вверх поднялся, да? Я вниз, наоборот, иду к берегу. Тут дом еще один стоит, каменный. Что здесь? Аккуратно здесь. Ой, смотри-ка. Так тут лестницу можно сделать. У тебя же есть все? Давай, давай лестницу и залезем туда, посмотрим. Может, его и заберем тогда. Дерево у тебя есть? Есть, на. Да, давай. 2000. А, у меня и клопсы были. А, у меня 23, а там 50 надо на лестницу. Ну, все, я крафт. 90 секунд. Угу, все ждем. Вон же наш новый нажми, дом стоит. Нажми Ctrl и пробел жми до хуя. Наш новый дом стоит, там заебись, все просто загрейдить и все нахуй. В смысле, а наш дом и дом, новый дом, как мы туда зайдем? В смысле, как зайдем? Двери же стоят. Так ты же говорил, что они там свои ну, двери какие-то установили. Блять, наши залутали, значит они там все расколупали. А. Если они не загрейдили там, да и о, залез. Купил. Сишками все подрихтовал. Это я подхожу, кстати. Окей. Надеюсь, ты сейчас. В смысле, а кто голый? Ну вот я прыгаю на лестнице. Пилары торчат у дома. Пилары, да? Торчат из дома. Да какие пизду пилары? Ясно. У Хьюстона проблемы. Ну пойдем тогда в наш старый дом, разбиваем тогда эту лестницу, хера. Вс,
Все, адекват, мы возвращаемся к нашему тогда новому старому дому. Давайте, давайте, я здесь жду на берегу. Угу. Ну там, пойду, в принципе, блян, ресы а, есть. Ну он там, блядь, бегал, ебать, гандона кусок. Скорее всего, там, блядь, уже давно все обсмотрели, облюбовали. О, бронебойные на Томпсон патрон нашел. Ништяк. И на калаш. Так, тер, я залутаю вот этот камушек пока. А, вон там на эту башню уже, кстати говоря, лестницы стоят. Кажется, она уже... Да, больше не та башня. Я думал, она армированная. Но она что-то стоит каменная. Да, хочу посмотреть все-таки, как мы там рейданули, блядь. Сейчас пройдем, посмотрим. Кстати, тер, это, адекват же это, изучил у нас калашников, он же додрочил все-таки этот калаш. А ты, я так понял, сказал, что изучил. Ты изучил ракеты или нет? Да, изучил. Ну, все, зашибись, у меня труба-то это есть. Ну, отлично. Блять, они тут баррикады, например. Да? Бежим в блоке, да, и причем металлические баррикады. Нихера на себе. На третьем это... Может, они заняли этот дом? Привет от киски, привет от гречи, блять. Ну, от короче, киски. Гречи, которые я воевал. Киска, блядь. Так в смысле, привет, если зарейдили вообще другие? Ну все, они тут, короче, заделали как надо себе дом. А, то есть это уже не наш дом. Ну, в смысле, нет, там живет кто-то. Ну, да? Верно. Ну, они сделали выход на третьем этаже. Угу. Вот, а эти все эти. Ну, баррикады. Сделаем так, что было ваше, стало наше. Единственное, что у нас косяк, то что мы сихи так и не нашли, никто из нас. Придется ракетами обходиться. Если установить две лестницы, по ним можно ходить. Так, подожди. Бонит и дно, адекват, заебись. Нормально. Чё? Сейчас залом. А он еще тело спит. Просто реально не знаю, сколько у него. Не, баррикады сейчас... А, нет, деревянную баррикаду я из копья разбивал. В каких-то рейдах. Нет, это с колючкой. А, с колючкой? Я думаю, нам придется долго колупать. Кто с колючкой, которую мы сейчас бьем? Нет, оно без да. Колючек, ты чё? Она без колючек. Без. Мне чё, блядь, на видео снять? Снимай. Оно без колючек. А, потому что у меня сделано, наверное, качество этих. У меня добавили. Стоит. Нет, 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 добавили а, да, объектов. С колючками. Объектов качество добавили. Mm-hmm. Вот, теперь с колючками. Теперь я тебе верю. У меня стрел... А, вот, все разбил. Разбил. Отлично. Ну, теперь копьями надо раздолбать эту хероту. А, как мне хорошо. Вон, Греч пишет, да, это вот он здесь автограф оставил. Да, 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 да. Так. Но это не основной шкаф. Ну-ка, дверки. Не, нихера. Так я же ставил ее. А, подожди, так теперь надо потолок колупать, получается. Чтобы да. Попасть дальше. А, ну это надо за деревом тогда идти. Нет, не надо. А чё? Вон они шипы разбили, они как-то туда попали. Наверх. Может, все-таки можно пристроить так, чтобы туда попасть? А, кстати, подожди, нет, они, получается, колупались снизу, вот они заделали, лестницами поднимались на самый верх, ну, через потолки. Вот здесь первый этаж, они не поднимались, потому что я вот как это, захуярил тут все, так оно и стоит. А почему потолок ставить поврежденный? Ставить лестницу, с нее тогда бить. Нет, а вот потолок поврежденный, смотри. С нее можно бить. Да? А наконец сам залазишь, лестницей бьешь. Сихо взрывали потолок, алё. Потолок раздолбанный. Ну вон, у одного потолка аж 356. Да тут хуя, тут и фундамент хуярили, все хуярили. Это то, что первый раз Греч ходил. Это все хуйня. Все, я пошел в дом. Смотрите, костер горит там, домик, видите? Угу. Пошли. Ну давай сходим. Пойдем. А, ты мне дерево-то так и не дал нихера. Я же без стрел бегаю. Надо? А, на, держи. Где? Я вот я, сзади. Давай, кому бы дать вот эту хуйню, понял? Какую?
Оп, сейчас. Твою любимую. Сейчас, сейчас, сейчас. Хазмат. Блин. Давай. Или тебе ведро лучше дать? Да не, не надо. Я затащу это с этой херотой. Я сегодня вроде выспался. А у кого как с КП? У меня 48. 47. На, я тебе ягодки дам, они по 10 дают. Давай. Ягодки и мясо. Оп, 4 кусочка. Ням-ням. Куми-куми. Ну у меня есть аптечка еще, я с чувака, прикинь, с ресерча вытащил аптечку. Но я ее храню на... В смысле, что за дом? Пилары, хуяры. Понятно. Дверь деревянная. Деревянная дверь. Полов. У него деревянный потолок, я вижу. Так, ой, уже открывает. Все, труба. Достаю лук. Он наверняка сейчас на крышу выйдет. Где у него там пихать, блядь, там? Чё за малосемейка, ёбан? Я ебан вообще. Где он там? А, на втором этаже. Ну да, ну да. Ладно, хуярю, хуярю. Давайте я крышу смотрю, если что скажу. Знаете, лучше топор дам. Всё, у меня уже скратился. Паника, паника. Лестница надо тут. А, у него травмированная дверь. Блять, да. Ну так значит надо лестницу на крышу. Деревянный потолок. На крышу лезь к нему и все. Делаю лестницу. Давай. По пиларам как раз поставим. Грейс пытается что-то. Ну вот, я разбил. Уже разбил? Ага. А, может пилары разбить, раз они у него деревянные? Нахера ему тварь разбивать, ждать 2 дня, пока у него дом рухнет? Стабильность. Да нихера это. Чё, иди прыгай, адекватно, там же разбили. Вот. Заебись прыгнул. Прыг, охуенно. Сколько? Нихуя ты, короче, 6 хп гранаты ты дамажил. Еще и дверь осталось, 994 хп в двери осталось. Дерево ебаное. Да хер с этим домом, пойдемте отстроим наш и все. Как бы потом пойдем и пойдем уже рейдить конкретно. А то сейчас так колупаться что долго. Так, все, бегу, бегу. Может, к вам. Мы что-то у тебя заберем? Не, а, ну да, надо сейчас будет разгрузиться мне. Но если вы говорите, что там реально дом можно забрать. Ну да, забрали уже. А, вы уже забрали его? Да, да, он шкаф-то не поставил. Ой, да ладно. А что там с дверьми? Что, деревянная дверь? О, да это ж класс. Без кодового замка. А, вижу. Ну слушай, ну да, его в принципе можно пока без забрать и что-нибудь там сделать ему. Подожди, а как вы залезли вообще туда? Вот, по лестнице. Ой, да нет, я ступенек-то тут нету на зиме. Ой, бежит кто-то. Это я бегу, а кто-то еще надо мной бегает. Мы. А, окей. Вот, террорист тут. Справа где-то не слышалось. Ну ладно. Так. А сюда лестницу поставь тоже. Ну что? А кто в кустах шарится? А, ты? Это мы, короче, там кусты какие-то, что ли? Да хорош толкаться, блядь, пизду, а ты не разойдешься с этими. Так, все, устанавливаю двери тогда здесь. Наши уже. А, они стоят уже эти двери? А, вон дом рядом стоит. Ты посмотрел уже его теперь? Не. Ух ты. А, это дом зарейженный, зарейженный. Это дом зарейженный, я видел его уже. Он давно стоит, он там вынесенный. Кстати говоря, и он наполовину армированный. В каком месте он армированный? А, там есть армор, я видел. А, да, вот, вижу. Да, а может его забрать тогда? Как? В смысле как? Он же взорван. Где? Вон печки слева стоят, ты чё? Ну я вижу, то как на столу забраться. А что у него со входом? А, армированный. А, вот. Buildings allowed. Ну дверь-то армированная, как мы её вынесем тебе?
и наверх, а вот на печку, по печке забраться. Най-най. Ну так тамбур, оп. Смотри, там тамбур, там можно поставить тамбур, двери перекрыть его. Да можно в другом месте просто поставить. Да вот, там тамбур. Вот здесь вот. Да вот, да? Да, зачем? Вот, смотри, вот здесь вот мы тамбур устанавливаем, чтобы он не вошел к нам. И вход, да, вот где угодно ставим, и все нормально. Только что эти кусты шоркаются везде, я вообще не понимаю. Как будто у нас кто-то забагался. В смысле? Ёпта мать, у меня уже, блядь, 7 хп осталось. А почему? Я бегаю, мне холодно. А, все, тогда вот этот будем дом забирать. Вот, перчатки я взял.